В Саратов на несколько дней пришла настоящая зима. В ночь с 19 на 20 ноября в городе выпала едва ли не месячная норма осадков. На расчистку дорог ночью было выведено 130 единиц специализированной техники и 30 дорожных рабочих. С магистрали города вывезли 748 кубометров снега. Всего же на обработку городских улиц израсходовали порядка 850 тонн песко-соляной смеси и 63 тонны реагентов. Днем работы продолжились. Уже с утра на уборку задействовали 200 единиц техники и 170 дорожных рабочих. Первостепенное внимание уделяется спускам, подъемам, основным магистралям, маршрутам движения общественного пассажирского транспорта, подъездам к остановкам и подходам к объектам социальной сферы. Улицы очищались практически некоторые по два и три раза. Обработка производилась, песко-соляные реагенты тоже по два раза. Значит, каких-либо глобальных остановок движения нигде не было. В первую очередь, конечно, уделяем внимание это спускам, подъемам. Взаимодействие идет полное у нас с ГИБДД, со службами МЧС. И если где-то какие-то сигналы поступают, сразу оперативно мы реагируем. Все работы находятся круглосуточно под личным контролем главы города Грищенко Олега Васильевича. Между тем, коммунальные службы призывают саратовцев с пониманием отнестись к уборке города. Водители просят не препятствовать работе снегоуборочной техники, а также не парковать свой транспорт в неположенных местах. Кроме того, всем автовладельцам необходимо как можно скорее сменить летний комплект шин на зимний, чтобы не создавать аварийных ситуаций на дорогах. Ехав на работу, я был приятно удивлен, когда увидел, что дороги расчищены. Попал в небольшую пробку из-за маленькой аварии. Я так думаю, из-за летней резины. А так в целом дорожная ситуация нормальная в городе.